Привет тебе! Ну что же, я вернул, купил себе камеру новую, вот. И теперь мы с тобой будем играть в Робокопа. Это демка, естественно, вот. А надеюсь, меня будет слышно хорошо. Так, и что ж, начнем. Давай заново. Игра, кстати, очень сильно с эта демка с багами. Да, новую игру на нормальном выбрать. Я в ней немножко побегал. Пострел, чё как. За 3 минуты покажем вам весь мир. Добрый вечер, с вами Кейси Вонг. Военная подлодка, пропавшая 3 года назад, неожиданно оказалась под диском боря. Дезориентированные моряки по ошибке открыли огонь по территории Лапландии. 12 человек были убиты. К счастью, наши подводники, которые успели соскучиться по родине, снова что-то там тыры-пыры. Перейдем к местным властям. Но волна преступности, накрывшая Детройт, уже унесла жизни одного офицера полиции. Глава корпорации OCP, которая финансирует полицейскую, руководит и сделал следующее заявление. Старый Детройт мучается от рака. Этот рак – преступность. Опухоль нужно вырезать и что там скальпелем. По нашим источникам цели так было привлечение внимания человека, чья личность по-прежнему неизвестна. Вот так вот. Судя по всему, этот опасный никто новенький в городе намерен развернуть деятельность в старом Детройте. Блять, мне свои грязные руки. Заткните ее. Прошу прощения, кажется, у нас помехи. Это про меня. А ну свали. Не включать канал, мы скоро вернемся к обычному вещанию. Так вот, это сообщение для новенького в городе. Ты вроде как хочешь потратить деньжат в нашем чудном мегаполисе. Хочу сказать тебе вот что, мы горящие головы, открыты для предложения. А, это же не главное, да? Ты, возможно, знаешь нас как главный постановщик Нюка в старом Детройте. Нюк — это самый мощный кротик, вызывающий сильное привыкание. Его можно купить у любого супермаркета, школы или библиотеки, что-то там. Но мы способны на большее. Господи. Давай-ка поближе к камере. И офицер. Офицер Говард проиллюстрирует мои слова. Понимаете, офицер Говард устроил облаву, которая обошлась нам в крупнейшую сумму. Мы хотим вознаградить доблестного полицейского и поощрить его за честный труд. Доза Нюка, которой хватит на всю жизнь. Ох, парень, тебя такое ждет. Все, пиздаем. На здоровье, наслаждайся. Эй, новенький, мы горящий голос, способны на все, что бы там ни задумал, мы к твоим услугам. Короче, они... Ну так что тебе нужно поджог, контрабанда, наркотики, старое доброе убийство. Это все по нашей части. У тебя есть бабки, у нас власть, так что давай поболтаем. Короче, есть какой-то уебан, и сейчас бандиты хотят типа на него поработать. Блять. И к себе внимание так привлекают. Ну. Ну, Робокоп выглядит неплохо. Уж там говорить. Рад тебя видеть, Перфи, лейтенант у главного входа на телестанцию. Чё-то, блядь, тут... А, все строится, да? Займись, конечно. Так, ног не видно. Ладно. Отражений тоже нету. Чё тебе, блядь, надо? А? Так, на Shift мы ускоряемся. Еще мышка как-то, блядь, неадекватная, вообще управление какое-то. Давай, давай.
и вашим комиссиям. Канал 9. 9 канал. Больше ждать нельзя, этим маньякам даже повод не нужен, а у них куча заложников. Ну, сори, если... Конец связи. Да давай уже, пизди с нами. Какова ситуация? Придурки OCP сказали ждать спецназ и дергаться, вот тебе ситуация. Понятно. Я, кажется, сейчас отключусь. Не так быстро, дружок. Кто, по-твоему, будет здесь убираться? Я типа так легко не отпущу. Вы прям как моя женушка, говорите. Дай-ка я поглотаю, мне будет сидеть твою жену. Надо вести сюда врача. Медик? Медик? Вот и где напарник. Льюис. Какого черта происходит? Да давай уже, предложили их пулькать. Извиняй, чувак, копа требует, чтобы мы освободили заложников. Без обид. На, нахуй. На. Готов. Эй, туда нельзя, надо ждать подкрепления. Подкрепление прибыло. Я не сомневался, что ты так скажешь. Нужно найти другой путь. Здесь идти слишком опасно. Но мы-то здесь пойдем. Для меня. Может, и опасно. Тебе огонь не страшен. Иди, а я что-нибудь придумаю. Считай, я даю тебе фору. Вперед. Тух-тух, по нему постучал. Чик-чик. Сейчас будет музыка, да? Вот рожа знакомая. Ребятки, ребятки, у нас гости. Кто заказывал железного клоуна? Ой, сейчас я вам... Брось оружие, уебан. Вот, как-то здесь вообще вот прицеливаться не очень удобно. Вообще вот чувствительности какой-то нету, блядь. Как-то очень ужасно наводится, я хоть на 50 с чем-то поставил чувствительность, а оно все равно как-то, блядь, я не знаю. Ну, ужасно. На, нахуй. На, блядь. Мне приходится еще не мышкой целиться, а ходить из стороны в сторону. Подбирать я ничего не буду. Гранаты, да, вот. А еще когда стреляешь с пистолета, его прям очень вверх поднимает. Поэтому прям херач не получится. Можешь сейчас схватить. На тебе в стену. Да, блядь. Ой. А чё там повернулся сам? На, блядь. А, он сам умер. Давай вызовем лифт. Повесу, типа не повесу. Эй, ты здесь.
У нас посетительство, распределительный шкаф в подвале. Идем в подвал. Давай я. Пока ты был занят Герсом и подругами, я взял ключ-карту одного из придурков, короче. Знаешь, неплохо иногда заняться реальным делом, да? После вас. Не дала нам возможности повыбивать двери. Луи, заткнись, я и так, блядь, все прекрасно вижу, знаю, понимаю. О, тут вот еще всякую хуйню надо собирать вообще, правда не знаю зачем. Граффити свежий, да. Вообще, здесь ужасно целится, ужасно, просто отвратительно. Подожди, здесь что-то нюк. Так, окей. Блять, ну если типа и релизная версия будет так же вот работать как-то погано, это конечно будет жопа какая-то. Что это? Сканирование. Ну я прям в гранату попал. Порвало здесь. А чё, дверь не простреливается? Что у нас здесь? Документы какие-то. Куда ты так бежишь? Какие-то бумажки, чипсы пожрать. Так, а здесь что у нас? Ничего. Так, идем дальше. Здесь тоже у нас ничего. И здесь. О, нифига ему кисть, да? Отстрелил. Вообще. А, у этих вот шлем появился, ну. Они со шлемами очень, типа, блядь, охуевшие. Их, наверное, лучше брать в рукопашку. Угу. Вот так тебе нахуй. Давай, давай, посмотрю. Да.
Видишь, как из мака не нужно изолировать кабели. Изолируй давай. Что ж ты? Жвачку, блядь. Не. Может было козюлю тоже вытащить. Налепить. Изобретать себе и задебать людей. Спасибо. Но это была командная работа. Они удержат всех в студии на 30-м. Ебать. Высоковато, конечно, 30-й, ты пиздовщина. Чего? Так-так, наши друзья в синем наконец-то решили поучаствовать в нашем феерическом шоу. Боюсь, на автографную сессию вы опоздали. Вертушка готова. Я отчаливаю, но вечеринка продолжается. Развлеките наших гостей как следует. Блять, вот вообще с фоном сбился. Нюка, не жалейте, блять. Не жалейте, Нюка. Дюка, блять. О, нихуя отражение. Так где ты его взгляд-то видишь? У него... Защищать закон, Луис, не отвлекайся. Ну ладно, просто знаешь, что здесь я что-то... Ты козел, короче. Идем, идем. Подонки обнаружены. Нихуя. Бац, бац, бац. На-на. Вот так вот. Ещё нюк. Нюки сплошные нюки. Кот там что-то орёт, блядь. Ебанулся, наверное, в корень. И ебать, тут что-то произошло ужасное. О, подлечимся. Про меня вообще не отзывчивый. Да, блядь. Сейчас монитором в какой-нибудь кину. Пошел нахуй. Ебать там. Та-та-ра-та-ра, блядь. Да, ты, конечно, красиво кинул. Ой-ой, беги. О. Сейчас я тебе кидану, блядь. Пошел, блин. Иди нахуй. Так, вон вижу там. Наркота, здесь еще что-то. Может, тебе, наверное, подлечиться. Ты сука такая. Эй, граната. Что у нас? Оба-оба.
Честь, блядь, прям нюка этого дохуища. Как будто прям вот просто сотрудники, которые здесь работают, им тоже увлекаются. Сейчас, погоди, я зайду. Что-то я никого, да, не спас. Слава богу, вы пришли. Этой девушке очень нужен врач. Врачел зови. Мерфи, тем людям нужна помощь. Иди, я останусь с ними. Хорошо. Верно, он сказал. Это Луис, мы следим трех заложников. У одной из них пулевое ранение в живот. Запрашиваю срочную медицинскую помощь. Прием, прием. Ну ладно, что ж там. Фац, фац. Ух ты. Бля. Так, там темнота, да? Не, летает, конечно, все очень красиво. Но как-то все это тормозит, я бы не сказал, что здесь графика такая. Да ты, сука. На. Так, окей. На, блядь. Блядь, да что с этим управлением-то? Господи. Он какой-то, бля, медленный. Что здесь, надо на сотку ставить чувствительности мышки или что? Почему так происходит? Так, здесь что-то я ничего не вижу. Да сука, господи. Ебать. Полетел. Да иди ты. Нахуй. Блять. Да. А где мой пистолет? Вот и в игры, блять, первый затуп. Ладно.
Ты видел, да? У меня просто пистолет, блядь, исчез никуда. Куда ты бежишь? Да господи, блядь! Что-то как-то ложанул за этого пистолета, блядь, сраного. Ну-ка, он пальчик. Господи. Чё ты? На нахуй. Есть пистолет, я ну-ка ебать, это конечно ебать его в рот, вот что пистолет взять. Так, лечилок, а вон там что-то, что здесь у нас, а нюк, понятно, а на кью быстрая смена оружия, да. Прям звуки шагов прикольные вообще. Ебать. Ошибка, блядь. Солнышко, даже не салфетки и шкафа. Ебать, у нас глючит, да? Конечно, мам, что у нас на сегодня? Это сюрприз, молодой человек. А вы руки помыли? Да, конечно. Были бы они. Это обязательно? Ебать. Алекс, как тебе цвет платья? Мне сегодня сейчас... Блять. Нет, это, кстати, прикольно. Мне нравится, если у него вот эти будут всякие воспоминания, и они как-то это интересно обыграют. Да, всех заложников, да, убили? Нет, ну я, блядь, с этим проблемой я просто не могу целиться. Это надо самому вот попробовать, чтобы понять, какой, ну... Прям, может, это, блядь, поделка. Типа робокоп. Хер его знает. Без резких движений, Рейгава, это ты умирать не собираюсь. Давай, я тоже вертолет, как тот, на котором смылся пепел, понял? Дорогой, ты так много работаешь, можешь провзять отпуск? Нам бы не помешало отвлечь от реальности, как думаешь? Прием, с тобой говорю, блестяшка, держи подальше от двери, или я ее пристрелю. Клянусь Люком. Не знаю, что бы я делал, если бы я тебя потерял. У тебя 3 секунды. 3. Все, что мне нужно для счастья, наша семья. 2. Ты чё, блин, ты глухой? Пообещай мне, что мы всегда будем вместе, как сейчас. 1. Последний шанс, чудила. Я так тебя люблю, Алекс. На нахуй. Сука, это вот прикольно, что у него вот эти вот начинают, типа, воспоминания, копания, там, все прочее. Мерф, ты в порядке? Нет, а его уже глючит. Кжу-кжу-кжу-кжу. А, сука. И тормоза эти ебаные, здесь чё-то такого, блядь, эта игра не настолько, блядь, технологическая. Что она от меня хочет? Мне жаль. Вы что, не видите? Оно нестабильно. Прошу, успокойся, вечер выдался тяжелый, уверяю. Всех это побыстрее нужно домой к семье, хотя для кого-то эта ночь только начинается, тварь. Thank you.
Да, музыка прям потрясающая. О, чувачело знакомый. Бля, ебать, какие тормоза. Я могу оплатить залог наличный весь по времени. Мелкий, не понимаете? В очередь, блядь. Они здесь. Кто там? Молодец, Мерфи. По-моему, ты о кое-ком забыл, блядь. Все люди прекрасно справились. Пепел сбежал под жарку. Было бы неплохо, если... Так, все, блядь, заткнули ебалище. Хочешь друг другу подлизывать. Славно. У нас проблемы. Сбоку полная камера, теперь перед нами стоит вопрос. Можем доверять безопасности людям машине, тем более такой ненадежный, как Робокоп. Да шла ты нахуй! Мы поговорили с Максом Беккером, главой подразделения корпорации. А ну заебало нахуй. Мы бы никогда не выпустили на улицу брак. Мы все видели, как он колеблется при вопросе жизни и смерти. Почему? Он точно знает, что хорошо, что плохо. Послушайте, я бы ему доверил жизнь собственных детей, будь они у меня. Это был просто один небольшой сбой, спасибо. Мистер Беккер, у меня еще остались вопросы. Руки черти и шею свернуть, нихуя он злодей. Но в чем-то она права. Че такой недовольный, блядь? Это не был единичный случай, это закономерность. Закономерность, которую старик хочет изучить и исправить. А что за старик? А, Льюис, на камеру нас смотрит. Давай-ка посмотрим, что в этой железной голове. Что Мерфи говорит, и так ясно. Нас больше беспокоит, что у тебя, блядь. Ты лучше меня не доводи, сука, она чьебала. За мной нахуй. Вот тварище, блядь, Льюис, вот вечно свой нос запихиваешь куда не надо, а потом тебя и убивают, естественно. Всем вольно нахуй, Льюис, я жду твой отчет. Не трогай, Льюис. Срочные новости. Они просто добавляются, да, эти задания, непонятно. Я просто иду, они все добавляются. Ты, блядь, можешь быстрее идти? Как так выходит, что я, блядь, Робокоп быстрее тебя, блядь, хожу? А? Хуйня ты, блядь. Давай. Okay, let's get on. Зачем зажимать Е, блядь, чтобы дверь открыть? Нельзя просто Е нажать. Сука, заебали. Присядь, пожалуйста. Ебать, чё за тормоза, блядь? Вот так шрам. Но я уверен, твоему противнику еще больше досталось, так верно? Вы мне не доверяете? Не обращайте внимания. Я пока что-то там, блядь. Слушай, Робо, дело такое. Старик недоволен твоей работой. Я предложил отправить тебя на металлолом, но он хочет тебя починить. Да, шкафчик. Ты умеешь впечатлить девчонок. Ему не больно? Больно, дамочка, это машина. Он официальный труп. Можем делать с ним что угодно. Нет, мне не больно физически. Мы дадим тебе небольшой чип для мониторинга. Он будет отслеживать и проверять твою систему в реальном времени, чтобы мы поняли, какого хуя у тебя происходит. С этого момента за тобой работа будут наблюдать. Так, и она будет оцениваться. Короче, потом мы тебя, блядь, выкинем нахуй. На помойку. Чип установлен. Нихуя там чип, блядь, вот такой. Просто. Оценка Робокопа.
Главное задание. Выполнил, выполнил. Второстепенное задание не было. Чё тут экспу дали, секретный интернет нашли. Никого нахуй не спас. Всех поубивали. Тогда тоже была бы. Так, у нас есть прокачка на кей, да? Что мы делаем? Нам нужна броня. Раз. Два. И еще. Я бы вот это начал. Да, да. Вот вообще прям, она очень медленно, блядь. Чувствительность вообще никакой. Я уже вижу нежелательную активность гиппокампа. Нужно за ним понаблюдать. Все остальное, кажется, установлено верно. Чтобы видеться, проведем небольшой тест. Нужно удостовериться, что все цепи в порядке. Назови свои основные директивы. Служить обществу, защищать невиновных, соблюдать законы. Ему прям так же это неинтересно, блядь. Да все понятно. Погнали уже, погнали. Конечно, так, ну понятно, давай, Бланш, которая... Emotional trauma. Might as well talk to the microwave. It hasn't been working properly either. OCP wanted to see if you'd be willing to. А что если тоже микроновка сможет с ней поговорить, блядь? Сел такой возле микроновки, разговариваешь с ней. Все в порядке. However, one aspect of your composition that has been severely neglected is your human side, your brain. I agree. If it was up to me, I'd remove it altogether. What do you think, Doctor? It'd save us a lot of hassle. I don't mind the hassle. So what do you say, officer? Is that possibly something that could be of interest to you? Да, да. I am not sure. Robo, Reed wants everyone. Robo, Reed собирает всех конференц-зале через 5 минут по поводу новенького. Видите, доктор Бланш, меня ждут в другом месте. То есть, блядь, какой-то новенький. Новенький злодей, новенький игрок. Что-то новенькое. Well, can't say we didn't try. Everyone get back to whatever the fuck you usually do around here. Да пошел ты нахуй, слышь. What seems to be the problem? Чем заключается проблема? Конечно. I try now. Wait, what is all this shit doing in my locker? I wanted you to be safe out there. Yeah, you guys, very funny. Ой, ебать, ой, ебать вам, блядь, как смешно, бараны тупые. Так, ладно, что тут у нас далее? Murphy, could you please help me out here? Давайте помогу. What seems to be the problem, officer? Reed is in the briefing room, and I have my hands full. There are so many complaints filing in that I can't keep up. Типа, что у тебя с зубами? Could you open up another line and help me? Ты чё, говна поел? Что у тебя там за какая-то хуйня, блядь, тянется? Take the spot on the podium. You're a lifesaver, Robo. This line is open. Или открыто, пожалуйста, встаньте в очередь. Офицер, у меня проблема. Мои соседи враждебно ко мне настроены. Думаю, они завидуют, что я завел нового пса. Иначе почему они так бесятся, когда я выхожу, вывожу его погулять? У меня скучный рыжий окрас, поэтому я назвал его пожар. Он иногда прячется, и тогда я зову его. Пожар, пожар! Чтобы его найти. Ну так вот, офицер, вы сделаете что-нибудь с моими соседями? Бля, знаешь что, придурок? Я сделал тебе предупреждение просто. Нет. Но вас я отпущу с предупреждением. Ну ладно, я
Я не против заплатить за то, чтобы быть хозяином такого скучного. Типа, следующий, нахуй. Мне даже кое-что есть. Я знаю, где найти разыскиваемого преступника. В объявлении сказано, что за информацию полагается вознаграждение. Я хочу его получить. Расскажите мне подробности. Ты что, слепой? В объявлении моя фотография. Ну вот я пришел. Давай все деньги. Вынужден вас задержать. Ладно, но вознаграждение мне дадут, да? Ну и что? Надеяться на сокращение срока ты можешь. Конечно, не на это я рассчитывал, но тоже пойдет. Вернуться в тюрьму было бы неплохо. Свободная жизнь — штука утомительная. Да, работай, да, надо. Видите его, следующий, пожалуйста. Ты сейчас следующий, пожалуйста. Офицер, мой сын пропал. Сколько ему лет? 24. Но никого никогда не пропадал так надолго. Как давно он пропал? Чуть больше 2 дней назад. Взрослый не считается пропавшим, если прошло менее 72 часов. Прошу вас, офицер, пожалуйста, тут что-то не так, найдите его. Ага, сейчас. Давай подробности. Сообщите его имя и адрес. Джордж Элкинс, Очардс Авеню, 7706. Сейчас я проверю. Вашего сына нашли мертвым. 2 часа назад. Что? Похоже. Ну, в общем, на этом квест закончен. Спасибо за помощь, Мёрфи. Да что вы там уж. Так. Где-то здесь еще что-то должно быть. Стопудово. Оба-оба. Что-то подсидите. Описание событий дела мужа не так пропало. На Пирожской парковке в записях дополнительные комментарии. На этой неделе это уже 3-е обращение о пропавших трупе. Надо в этом разобраться, блядь. Ну, получим ситуацию. Что тебе? Кровь кишки еще куда не шло, но с рвотой что там. Ага, да, мне перчатки специальные. Ладно, подчу бомжа. Бля, сейчас всю спину нахуй заблюет. Так, а вот. Just toss him in one of the empty cells. Finally. Да, ты снова дома. Sleep tight. Ой. Все, потихну. Не, все, обошлось. Ой, нет, не обошлось. Да, давай. Постреляем. 50 points is what LCP calls a passing grade. Shouldn't be a problem to you. Да блядь. Not even 50, huh? Maybe they really did mess you up in that lab. Why don't you try again? Набрать 50 очков, ладно. С этим, конечно, управлением. Это будет сложновато. Да блядь. Да господи. Unless you wanna try a good job. I'll let the eggheads know that you're good to go. See you in the briefing room. Все, блядь, заебись.
What's on today's agenda? The agenda is that you sit your ass. It's no secret. The crime has been on the rise. Я знаю, что так СМИ объявили новенького в городе. Скачок, так преступности, понятно. He wants to spend a lot of money in old Detroit, and that has made every gang in the city start advertising their services. Да блять, че? We need to find him before things get out of control. Where do we look? Our best bet is to see if he made contact with the Torchheads. Robo, I want you to start by checking the arcade downtown. It's become a high activity area for punks. Understood. Everyone else, keep your eyes open. Any questions? Any word on Briggs? What happened to Briggs? He's been missing since yesterday. Shit. Officer Briggs remains missing. That's over 24 hours since he's been in contact with anyone here. Are the two cases connected? No reason to assume so. But if anyone finds Briggs' informant, we might learn something new. All right, now get out there. Я думаю, что, блядь, ему пизда, блядь. You go ahead, partner. I need to write this report. And there's something else I need to do first. Ладно, окей. Cruiser's ready for you, Robo. Go get him. Что ж, поехали. Ну да, вообще, какая она медленная, эта мышка. Вообще прям на ходу графен строится. Я не знаю, сколько здесь еще типа в демке, ну типа по времени можно бегать. Может сейчас типа остановить и записать вторую потом. Так. Поиск пепла. Ладно, давай на этом остановимся, а и потом продолжу запись просто, да, и все. Если там короткое, я их соединю, и на этом все проблемы закончатся. Ладно, давай, счастливо тебе.